На сцену один за другим выходят лучшие работники международного аэропорта Курумыч за своими заслуженными наградами. Тамара Ливановна Сочнева говорит, сможет утихомирить самого конфликтного пассажира, даже если он и по-русски-то не говорит. Должность обязывает. Администратор пассажирской службы помогает путешественникам добраться до места назначения без проблем. За многолетнюю добросовестную службу Тамара Ливановна получила благодарность от Министерства транспорта России. У меня в этом году и будет юбилей. Я 35 лет тружусь в международном аэропорту Курумыч. А начинала я с Куйбышевского авиационного авиаотряда. Вот. И, скажем так, награда эта долгожданная. И работа у нас очень интересная. Я люблю свою работу, на самом деле. Я с большим удовольствием иду на работу. И каждый день – это как новый день. Авиаторов с профессиональным праздником поздравил глава Красноглинского района Олег Комаров. Всегда с огромным придыханием наблюдал за вашей работой, за работой ваших коллег, грациозностью бортпроводников, важностью пилотов, вроде бы хаотичностью, но полной соорганизованностью наземных служб. Но даже себе никогда представить не мог, что раньше я смотрел на них, а сегодня все они смотрят на меня, и я их еще и поздравляю все вместе. С организацией праздника помог общественный совет поселка Береза, в который входят в том числе работники аэропорта. Ветеранам воздушного флота вручили благодарственные грамоты и устроили концерт. Когда тебя чествуют профессионалы, человека, который вкладывает свою душу в дело, и выйти, позвать, пригласить на сцену, вручить грамоты, вручить цветочки, ну что же еще лучше вот может быть? Это самая высокая благодарность. Для многих это даже не материальный интерес. Местные авиаторы не только профессионалы своего дела, но граждане с активной жизненной позицией. Несмотря на то, что часть времени проводят в воздухе, земные проблемы тоже знают и готовы их решать. Общественники обещают, в Березе реформа местного самоуправления не пробуксует. Уверены, что и в районные советы войдут инициативные люди, люди дела и созидания. Их состав самарцы определят на выборах 13 сентября. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».